Родители, которые издевались в детстве. Это неприятно, это больно и печально, когда родители, будучи богами, но не зная об этом, издеваются над теми, кого сотворили они. Конечно, это карма. И, конечно же, ребенок, который вырастает в этих условиях, он, вырастая в стрессе, формирует в себе отношение к жизни совершенно не то, которое должно быть. Но зачастую, особенно сейчас, в наше современное время, жизнь корректирует эти процессы. Когда человек подрастает, у меня были такие случаи, когда люди обращались ко мне, что делать, как относиться к отцу, который и так далее. Или к матери, которая... Я всегда говорю о том, что независимо от того, какой отец или какая мать, это ваш отец, это ваша мать. И ваше уважение, ваша безусловная любовь, которая не определяет отношение родителей к вам, безусловная любовь вообще ничего не требует. Мы можем научиться воспринимать это с точки зрения божественного провидения, с точки зрения, если хотите, отработки кармы, хотя это неприятно или неправильно, как кажется, и научиться подняться над этим. Тогда ваши семейные отношения, ваша семейная жизнь станет лучше. Уточню, если девочка не находит общий язык с матерью, она не найдет общий язык с мужем. И наоборот. Будьте аккуратны с этим и поднимайтесь над суждениями, осуждением. Проявляя безусловную любовь, помните, что это ваш отец и ваша мать.